По поступающей информации, в Соединенных Штатах Америки задержан заместитель представителя Внешэкономбанка в этой стране Евгений Буряков. Его, как и двух бывших сотрудников российских дипломатических учреждений в Нью-Йорке, обвиняют в сборе разведывательных данных. При этом никаких доказательств, подкрепляющих подобные обвинения, не представлено. Складывается впечатление, что американские власти вновь решили прибегнуть к излюбленной практике раскручивания шпионских страстей. Российско-американские отношения из-за враждебной линии Вашингтона уже давно переживают весьма непростой период. Видимо, действуя по принципу «чем хуже, тем лучше», в Соединенных Штатах решили запустить очередной виток антироссийской кампании. Последствия таких действий, усугубляющих двустороннюю атмосферу и подрывающих перспективы нашего взаимодействия, останутся на совести их инициаторов. Мы настаиваем на прекращении череды провокаций против российских представителей, развязанной спецслужбами США, предоставлении нам незамедлительного консульского доступа к Евгению Бурякову и неукоснительном соблюдении прав российского гражданина и его освобождении.